Мероприятие началось с флешмоба «Быть здоровым – здорово», в котором приняли участие пациенты и сотрудники городской больницы номер 4. Все они выполнили комплекс традиционных упражнений «Цигун», который считается отличным способом профилактики многих заболеваний, в том числе и нарушения мозгового кровообращения. Нарушение мозгового кровообращения абсолютно одинаково ко всем, и даже иногда чаще у женщин. Особенно при достижении определенного возраста, 50-55 лет и так далее, это заболевание может настигнуть, к сожалению, каждого из нас. И поэтому, учитывая высокую степень инвалидизации людей после этого заболевания, учитывая достаточно высокую смертность, мы как раз и боремся с этим заболеванием. В День здоровья любой желающий смог пройти скрининговое УЗИ сосудов шеи, сдать кровь на холестерин и сахар и получить врачебные рекомендации, которые позволят избежать инсульта. В нашем центре, центр, который работает в 4-й городской больнице, называемый первично-сосудистым отделением, оказывается помощь пациентам с острой патологией сердечно-сосудистой, такими как инфаркты и инсульты. В частности, наше отделение инсультное оказывает помощь порядка 1500 жителям нашего города в год. Да, мы регистрируем острые нарушения мозгового кровообращения. Конечно же, львиная доля этих нарушений – это ишемические инсульты. Врачи-неврологи городской больницы номер 4 утверждают, что по меньшей мере 80% случаев преждевременной смерти от инсультов можно предотвратить. Главное – беречь здоровье с молоду, вести здоровый образ жизни и регулярно проходить проверки у специалистов. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.